Всем привет, всех с наступившим новым 2022 годом. Я хотела это видео записать еще ночью, но как бы мы засиделись, я потом просто конкретно уже врубалась. И поэтому да, доказательства, то есть вот 1 января, то есть почти 3 часа, я буду сейчас показывать свои подарки, что я получила. Но правда это еще не все подарки, я не получила пока что подарок от своего папы, так как мы не виделись ни до Нового года, ни после. Видимо, работа. Так что вот, не буду лишних слов. Первый подарок — это вот такой комодик был. То есть тут 4 вот таких отделения. Не знаю, высоту, ну, может... Ну, может, метр, может... Ну, я напишу в комментариях под видео более подробно. Второй подарок — это набор конфет. То есть тут разный контик есть и всякий бонжур. И вот такой вот я не видела это. Бисконтик, то есть, ну, да, множество. Потом то, что не лежит в ящике, потому что нет, почти все подарки сложила вот в этот старый ящик. Это вот такая футболка с вот такими рукавами. Мне не очень нравится. Потом дальше вот такая кофточка. И вот такой вот свитер. То есть прикол в том, что он тут расклешен. То есть под него надо что-то обязательно надевать. Дальше идет то, что я очень давно хотела. Спасибо маме. А, я не сказала, то были подарки, кроме конфет, были подарки от мамы. Уф, от бабушки. Вот это от мамы. Это гирлянда, которую я очень давно хотела. То есть тут она переключается. То есть режим, скорость, по-моему, разная. Сейчас скажу. Я очень давно мечтала о гирлянде шторе. То есть, кто не знает, погуглите. То есть, она как вот так вот вешается на что? На гардины. И свисает, как штора такая. Кто-то еще водопадом ее называет. То есть, размер моей лампы 3 на 2. То есть, 3 в длину, 2 в высоту. Поэтому осталось только штору купить. И все. Такой самый мой... Прекрасный подарок я покажу в конце, так что да, начнем с ящика. Я его просто выдвину и буду показывать вам. Опа. Сори. Бабушка знает, что я люблю вот эти печенюшки. Это эти ушки. Поэтому вот. Подарила мне их. Дальше. Буду этой рукой доставать. Мама давно мне еще хотела подарить гетры. Когда-то они были очень модны. Но что-то в тот раз не вышло, и поэтому вот она сейчас увидела их. И вот решила мне их подарить. Они такие мягкие, прямо. Класс. Буду еще теперь учиться, как в них правильно ходить, под что одевать. Дальше идет носочки. Такие вот. Они такие очень мягкие, прямо. Но и тонкие. У нас зима, что-то в квартире холодно. О, лоха. Это открытка от бабушки. То есть тут она сама написала стихотворение и украсила. Так что да, на такой открыткой, красивенькой. Колготы 70 ден. И это же фирма колготы от 100 ден. Дальше идет открытка от мамы. У нас просто такие открытки продаются, ну, с конвертами. Я обычно их оставляю, то есть тут тоже поздравление идет. Мне нравится очень открытка эта. А ее просто. Ладно. Нет. Дальше идут еще колготы 100 ден. Это от бабушки. Те, по-моему, колготы были от мамы. Эти от бабушки. То есть, не знаю по поводу этих колгот. Вот. Так что посмотрим. Дальше. Ай-яй-яй-яй. Дальше у нас идет две заколки. Это бабушка мне подарила. Такая вот яркая, прикольная. Вот. У меня просто с заколками беда полная. У меня вот буквально вчера сломалась заколка. Вот мало заколок, которые держат мои волосы, чтобы они долго жили. Я поняла, что это тоже может быть, ну, недолго продержится, но мы, скажем так, экономим на заколках. Мы покупаем не такие дорогие, потому что я когда-то купила дорогую себе заколку, я ее сломала за неделю. То есть своими волосами, особенно еще. Но эта заколка, вот она вчера, я накрутила волосы, сегодня уже остатки.
Поэтому да. Она держала отлично. Вот по поводу вот этой, мне ее мама подарила, я не знаю еще. Ну, про это еще скажу. Но думаю, она тоже нормально будет держать. Дальше мне бабушка еще подарила шампанское, но я уже его выхлебала. Так, дальше. Вот такой пакетик идет от мамы. Это сережки, то есть такой же фирмы у меня вот эти сережки. Молнии, то есть это вот такой вот набор сережек. То есть одни одинаковые, просто размером разные. И потом идут вот такие сережки. Они легкие, то есть вообще классные. И они вот так вот и должны выглядеть в ухе. Я уже померила, классно. Мне все понравилось. Ай. Дальше идет тоже нужная вещь. Дезик. Это фа, аромат манго та ванили. Самые классные подарки остались от мамы. Это вот такой стакан, но не простой. Не простой. То есть вот таким котиком идут бомбочки. Внутри. Они небольшие, вот буквально там можно даже ванночку использовать, если вот вы парите ноги или что-то такое. Тут их, по-моему, три цвета. Розовая, голубая и желтая. То есть вот таких три цвета. Не знаю, правда, сколько их тут штук. Не считала. Но это потом можно использовать как стакан. Даже есть трубочка. Она хорошая. Все, тут все пересыпается. Я вот не буду написать. А ну, может, тут написано, сколько тут бомбочек. Подарокового набора, ля-ля-ля-ля. Ага, 12 бомбочек тут. Мама знает, что я такой хотела набор. Ну, доченька, получи и распишись. Так что вот. Так. И последний подарок, но я, о котором я знала, потому что я сама просила эту маму, и, по-моему, я даже заказывала. Это вот такая палетка. Вот это их новая палетка от Эвелин. Она даже, по-моему, не продается еще, по-моему, тоже в магазинах Ева. Ну, я не видела, по крайней мере. Вот это такая фиолетовая. То есть я уже некоторые цвета протестила. То есть вот такая красота. Кисточка тут отличается от прошлогодней. То есть это уже вот с таким маленьким бочонком идет. Ну, а это осталось прежней. То есть я сейчас некоторые цвета тут даже протещу с вами. Чтобы вы убедились тут. То есть тут, в принципе, цвета очень много, ну, не повторяющихся. Вам отсвечивает. Сейчас я попытаюсь убрать эту пленку. Просто не хочу пока ее отклеивать. А, ну да, кисточка выпала. Вот такие цвета классные. Давайте вот протестим. Тут пусть вот такой фиолетовый. То есть. Ну да, я мало еще набрала. Сейчас попробуем. Не, ну в принципе на камере он почему-то бледноват, а вот в жизни прям очень. Давайте беленький попробуем. Я бы не сказала, что он беленький. Ну, тоже такой перламутр. И давайте вот какой-то вот такой вот. Марс. А, вот белый это Мун, Луна. Потом вот это сейчас Марс будет. И вот этот фиолетовый, это Уранус, это Уран. А, до меня дошло. До меня дошло, что это палетка с планетами. То есть, так вот. Ну, тоже нормально. То есть, так что классно. То есть тут есть все планеты, Меркурий, Солнце. Ну, Солнце у нас что-то не очень яркое, это вот этот цвет. Так что, так вот. Мне интересно, что вот это Эрх. Ну, я переведу и пойму. Так что вот. Еще одна палеточка суперская у Эвелин. Мне очень нравятся их палетки, потому что они очень пигментированы. Вот. А! И финальный у нас появился, спасибо маме, у нас появился новый питомец.
Мы уже дали ему имя, называть его мы назвали Милашка. Так что да, это такой вот милый, пушистый куала. Я хотела такую игрушку, когда я увидела в Еве, я просто вот влюбилась. Она такая мягусенькая. Она вот, ну, просто вот. Ну, я не могу. Как? Такая милаха. Когда я получила, я ее просто вчера вот там взяла, и все. Можете считать, я маленький ребенок, но, блин, я хочу сохранить вот эту себе детство. Если мне нравится игрушка, я ее буду с удовольствием покупать. Вот. Потом, может, я отдам своему ребенку это, если захочу. Но пока нет. Так что вот, у нас такой питомец теперь появился. Милаха. Я не могу, я просто. Я боюсь сейчас еще пудрой засрать, но да ладно. Так что вот, я довольна всеми подарками. Особенно вот этим комодом, но, скорее всего, я буду покупать второй, потому что я планировала покупать два комода, но, слава богу, один у меня уже есть. Так, это календарь старый. И тут вот такая брошюрка. Но мне, правда, еще понравился вот такой вот комод. Такого цвета. Пластиковый комод, аксессуары для ванной, комнаты. Жалко, тут не написано его высота и размер. Так что вот. Надо посмотреть, сколько он стоил. И возьми купить у них только уже другого цвета. Так что да, вот такая красота. Твою ж дивизию. Ладно, всем пока. Пока.